Вряд ли найдется человек, который ни разу не пробовал яблоко, кладезь витаминов и просто вкусный плод. Как утверждают медики, употребление хотя бы одного яблока в день способно значительно улучшить самочувствие и укрепить здоровье. В агрогородке Остромичево Брестского района выращиванием, переработкой и хранением яблок занимаются около 15 лет. Любым заморским фруктом здесь предпочитают собранные на своей земле. Наши яблоки вкусные, не сравнятся ни с кем, конечно же. Небольшое количество обработок у нас, как некоторые пихают, химии много. Они красивые, а по вкусу вкуса не имеют. Наши яблоки вкусные, лучше не найдем. Сегодня 380 тонн стратегического яблочного запаса, он же стабилизационный фонд, уже заложен в хранилище, где плоды находятся при температуре 2-4 градуса выше нуля. Здесь же ожидают отправки потребителю еще 2400 тонн первосортного Айдареда, Глостера, Легала и Джона Голд. Остромические яблоки пользуются спросом не только на прилавках брестских магазинов. В числе основного экспортера – Российская Федерация. Мы продаем яблоки в Российскую Федерацию, много уходит. Яблок. В этом году мы также продавали в России, в Польшу, что неудивительно для нас. 22 тонны уехало в Польшу. В число потребителей остромических яблок Польша попала впервые. В хозяйстве этот факт считают большим успехом и намерены его закреплять. Тем более, что здесь практически безотходное производство. Яблоки первого сорта на продажу, второго на промышленную переработку. Сортируют не только по качеству, но и по размеру. В нынешнем году урожай составил почти 4000 тонн. В прежние годы объемы доходили и до 6000. Но за цифрами в хозяйстве не гонятся. Главная задача – сохранить выращенное и доставить на прилавки. Яблок в этом году у нас в два раза больше. В прошлом году было 2000 собрано, в этом году у нас 3850 тонн. 60% яблока получилось у нас первого сорта, что пойдет на реализацию в наши магазины. Наши магазины, в Российскую Федерацию. Остромические яблоки уже давно стали своего рода брендом Брестского района. Здешние аграрии умеют работать и любят свое дело, потому что знают, по яблоку в день и доктор не надобен. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.